По поручению президента страны Владимира Путина в Московской области реализуется программа социальной газификации. Активные работы ведутся на территории Ленинского городского округа. Еженедельно газовую трубу проводят к нескольким домам. В настоящий момент работы ведутся на территории поселка Мещерино. Отличительная особенность программы социальной газификации – жители не платят за прокладку трубы до границ участка. Все расходы берет на себя Мособлгаз, который заключает договоры на выполнение работ с подрядными организациями. Пока в поселке Мещерино планируется подключить только один дом, но впоследствии провести газ в свои жилища смогут и другие граждане. Подключение к этому газопроводу будет один дом подключен, а объем работ, протяженность 120 метров. Сейчас крайняя точка у нас получается дом, который получил нулевые технические условия. Впоследствии к этой трубе могут подключиться другие дома. Чтобы провести газ уже на свою территорию и в дома, гражданам будет необходимо заключить договор с организацией, которая имеет лицензию на проведение подобных работ. Пользуясь тем, что установилась подходящая погода, подрядчики стараются охватить как можно больше объектов, стоящих сейчас в плане по газификации округа. По примерным подсчетам порядка 35 домовладений. Недавно мы делали подобную работу в деревне Калиновка, тоже Ленинского городского округа. Сейчас у нас несколько адресов Мещерино и деревни Петрушино. Подать заявку на участие в программе и получить дополнительную информацию все желающие могут на официальном сайте mosoblgaz.ru и по телефону 8 800 100 ровно 75 75.